понедельник вечером в Сургуте нашли тело пропавшего 18-летнего Александра Лапека. Связь с ним пропала 10 апреля. Тогда, якобы позвонив своему другу ночью, молодой человек сообщил о том, что избит и без верхней одежды идет по одной из городских улиц. Накануне вечером тело юноши нашли в водоеме за Сургутской мечетью. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет начал проверку по факту гибели сургутянина.